исполнить разнохарактерные полифонические произведения. Такая задача стоит перед участниками концерта. Но далеко не каждому ученику музыкальной школы она по плечу. И это неудивительно, ведь на фестиваль памяти Светланы Чернышовой, старейшего педагога детской школы искусств Заречного, попадают только достойные. Ансамбль трио музыкального отделения школы номер 222 с конкурсными требованиями справился. Но самое сложное – справиться с собой. Как вам, страшно, нет? Нет. Почему? Ну, потому что я сыграю и все. Да? А ты? Мне страшно. Ну и как же ты справляешься с этим? Я не смотрю в зал. Юлия Черепенникова – самая взрослая участница коллектива. Ей уже 14, а значит, ей и преподавателю помочь, и за младшими последить, и поправить, если что не так. Ну, с ними интересно, с ними иногда и весело. Но, с другой стороны, с ними очень трудно заниматься, как они маленькие, по возрасту вообще разные. Но иногда придется на них ругаться. В этот день ругаться ни на кого не пришлось. Ребята играли слаженно, не расходились. Всеми силами старались произвести впечатление на зрителей и, конечно же, на строгое жюри. Преподавателей музыкального колледжа имени Архангельского. Мы хотим, чтобы дети получили от своего выступления удовольствие, чтобы это был для них праздник, а не какой-то вот такой состязание. И все же самые лучшие исполнители фестиваля памяти Светланы Чернышовой становятся его лауреатами. И это лишь первая, но такая важная ступенька в музыкальной карьере юных исполнителей. Ксения Тризна, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».